Остров Комодо был одной из целей путешествий нас по Индонезии. Добрались мы туда вечером. Сейчас увидите рогатки, с которыми работают местные рейнджеры. Нам сказали, что ходить по острову по тропкам не стоит, мы вряд ли что-то уже найдем. Зато около местного центра рейнджеров есть несколько драконов, к которым мы и пошли. Один от нас уходил, и пришлось за ним побегать, чтобы с ним сфотографироваться. Соответственно, было немножко страшновато, но он, похоже, на нас не шибко обращал внимание и шел по своим делам. Тем не менее, немножко попозировал, а после этого мы добрались до здания, где увидели достаточно большого дракона. Трудно сказать, какого он размера, но явно больше 2 метров. Соответственно, вот эта поза, в которой они лежат, всегда меня изумляла, вывернув и раскинув лапки. Кажется, что из этой позы очень сложно подняться, но поверьте, я пару раз видел, как быстро это происходит и как напрягаются при этом рейнджеры, так что вот эта иллюзия полного расслабления — это всего лишь иллюзия. Но он почуял меня. Я стараюсь подобраться поближе. Высунутый язык он таким образом нюхает. Похоже, что нюхает меня. Что-то я ему не шибко нравлюсь, но он пока еще не решил, что же со мной делать. Соответственно, я тоже не решил текать или приближаться. Решил все-таки удалиться, на чем мы разошлись с драконом. Обратите внимание на его коготочки. Ну вот, собственно говоря, все, что мы видели на Комодо. До свидания. Мы сюда еще вернемся.